зону. Рычагов. Сейчас он настораживает меня. Выход с рычагов из ворот, честно говоря, с замиранием сердца наблюдаю за этими моментами. Серьезно? Да. Нет, это замах. Остается до конца первого дополнительного периода. Первый овертайм. И также без заброшенных шайб. Но на самом деле нам всего одна нужна. И, конечно же, нужна в ворота Красоткина. Так, по движению не сказать, да, что не готовы команды. Не так. Ну, бросай. Я думаю, это лучший эпизод матча. Что здесь за того уютного? Тоже заблюдается. Морозов. Снова да. Морозов. Ну. Голубев. Этот будет бросать. Надо сделать передачу. Бросок, а? Атака бросает. Ну и там, посмотрите, атака на Шевченко практически была, но все хотелось правильно. Очень глубокий прессинг у сибирцев. Они от него не отказываются. Он несколько раз в этой встрече давал свои плоды. Очень энергично играет сейчас Сиби. И давайте посмотрим, что на защите сейчас устроил, как помог произвести замену сопернику. Что было-то? Хрена себе, как он его улетел. Здравствуйте, я на месте. Да, Яковлев, наверное, там у нас свои. Меньше полутора минут до конца первого овертайма. Картаев. Недовольны, наверное, сибирские болельщики. Аланов там упал, по-моему, Картаев, да, его переиграл в силовой. В сторону ворот бросок. Падение. Невынужденное падение. Уже меньше минуты остается от времени дополнительного периода за номером один. Хорошо. Хадейкин упал. И что сейчас? Положение вне игры или все-таки удаление? Но Комаров остается на льду вне игры. Тяжело судить по крупным планам, что происходит на площадке на самом деле. Силовая борьба нашим тоже не сладкая. Хадейкин и Шмелев сразу же в зону. Красотки вдоль борта. О, какое остановление. Да, блядь, акция будет. Жёлки, пал. Фу, блядь. Антипин или Кулюбин? Кто забросил эту шайбу, пока все разбирались с итогами этого столкновения. Какой-то нечестный гол, там чистое удаление должно быть. Продолжали игру и... Ну что, сейчас будет разбирательство, да? Без скорой помощи. Где... Кто-то купленный судьи, блядь. Гол, я бы такой гол не засчитал. Чистый фол, блядь, эти забивают и рад. Ну-то победа не заслужена. Давайте посмотрим, давайте. Судья разбираться. Должен отсвистеть. Это чистое две минуты. В долине, блядь. Что, могут выписать панину за неправильную атаку?
Там сдал стоп, сколько их было? Ну, походу 0-3 пользу серии. Пользу Салавата, пиздец, блин. Сейчас будет просмотр момента? Да, конечно, сейчас будут решать, я не знаю, а как в правилах это прописывается? А все, я бы отменил гол и дал удаление. И сейчас только тренеры могут сделать заявку на просмотр эпизода на предмет нарушения правил. Удар в голову сейчас, во-первых. Думаю, что это удар в голову. Я бы дал удаление. Это было очень похоже на удар в голову. Я думаю, что 5+20. 5+20 и учитывая многолетние результаты. Это нечестно будет, если 0-3 серии будет слова-то. Какой гол забили еще, блядь. После нарушения, блядь, уроды слова. Но несмотря на это, репутация у него многолетняя. Что сейчас? А нет, это просто объявили, что будет просмотр. На что? Большого штрафа. Все понятно. Теперь я понял. Значит, если нет нарушения правил, хотя оно номинально зафиксировано, могут выписать сейчас маленький штраф, большой, это уже, ну, в этом эпизоде... Если большой штраф дадут, то гол что, отменят или нет? А в ком гол засчитать? Главного арбитра.